29 апреля, 18:00 первокурсники школы актерского мастерства «Тесто» вместе со зрителями нырнут в пространство «Здесь и сейчас» в перформате «Ноутбуковым показом» половину пустые лидах, сложно половину полной. 2.5 месяца мы вместе путешествуешь в собственных бесконечных возможностях, погружаясь в альтернативные привычные реальности или создавая новые уникальные. Каждый раз, погружаясь в процесс тренингов, ребята внедрили в новое для себя состояние, понимая, что открыли еще один новый мир, мир другой реальности. Перформанс расскажет о том, что каждый из нас способен с творческой легкостью отправляться в путешествие по альтернативным измерениям звуков, реакций, прошлого и будущего, игры и серьезности, ощущений и мыслей, присутствия и сновидений. И главное, что в этом поиске часто задаваемый себе вопрос. Я наполовину пуст или все же наполовину полон, перестает иметь привычное для нас значение. Половину пустые, а половину полные. Половину пустые, а половину полные.